с нового года наши санитарные дни, так скажем, которые мы до этого вели в Одессе, но это получили новый формат. Сейчас вот мы начали работу в Малиновском, это районе. Мы выходили в это рамках санитарных дней, наводили порядок, а так как территория оставалась бесхозной, в этом результате буквально через несколько дней, через неделю мы снова возвращались это к тому, с чего начинали. Сейчас задача не только навести порядок, но и сделать инвентаризацию и определить, кто несет за это ответственность. У нас создана, скажем так, мобильная группа, которая будет ежедневно заниматься генеральной уборкой этого района. Здесь практически все КП задействованы, у которых здесь есть какие-то объекты. Суть затеи в чем? Это район, это разбит на соты, на участки, на кварталы, можно назвать по-разному. Мы обойдем каждый метр этого района. В итоге мы вычистим, мы уберем, сделаем это подрезку, организуем майданчики для сбора мусора согласно схеме санитарной очистки и так далее. И в итоге мы получим по каждому участку, по каждой улице и по кварталу, то есть по участку этой работы, будет протокол, в котором будет обозначено, кто должен поддерживать санитарное состояние того либо иного участка. Опять-таки у каждого метра будет, у каждого метра земли фамилия и номер телефона. Кто несет ответственность, кто должен убирать. На каждом участке есть инспектор свой, будет совершать ежедневный обход. И если что-либо идет не так, то есть не так, как мы оставили после нашей уборки, соответственно, будут составляться административные материалы, виновные будут наказаны, ну а мы, соответственно, будем снова наводить это порядок, то есть, вернее, поддерживать. Сейчас задача сделать генеральную уборку и совместно с ней попутно инвентаризацию, а в дальнейшем это все поддерживать. Тут зависит еще, с чем мы столкнемся. Мы вчера за один день только вот один дворик, сейчас, который мы рассматриваем, мы вывезли 5 самосвалов, это колес.
То есть 5 самосвалов шин мы вывезли только с одного двора. И это еще не все, то есть ведется санитарная подтрезка деревьев, все элементы наружного освещения, которые нуждаются в замене, меняют, естественно, ведется уборка. Но это территории как зеленых насаждений, так и самой территории. Это работаем с гаражами. Вот сейчас, если вы видели, какая там совсем печальная эта картина за теми гаражами, возле которых мы это находимся. То есть уже оповестили тех людей, кто пользуется этими гаражами, о том, чтобы они это показали, наличие документов на эти гаражи, то есть что они у них закуплены. Установлены в законном это порядке. Если нет, то тогда будем рассматривать вариант демонтажа. Если же документы есть на установку, тогда будем говорить о том, чтобы они подписывали договор на уборку, на поддержание санитарного состояния. Опять-таки, гаражи, которые без документов, которые нелегальные, мы уже это развешиваем, там объявления будут демонтированы. На месте демонтированных гаражей будем делать, опять-таки, это парковки для жителей, ну, это стоянки и так далее. То есть тут это подход комплексный, зайдя в каждый дворик, уже совместно вместе с жителями будем это решать, как им это лучше сделать, как им это удобнее. Перед тем, как сорвать, это почитал? Конечно. Еще раз. Прости, Господи. В частном секторе, ну, тут опять-таки зависит от этого района, но, конечно, вопросов много, так как жители не все... Основная масса – это, конечно, сознательные люди, которые подписывают договор на вывоз мусора, но также хватает и тех, кто не заключил договор на вывоз мусора, соответственно, вывозят мусор в это контейнера, которые где-то находятся поблизости. Отсюда идет и переполнение, так как это рассчитывается, допустим, вот там на многоквартирный дом надо, скажем, там 5 контейнеров, да, это рассчитано на жителей многоквартирного дома. Если рядом находится частный сектор и туда еще подкидывают мусор из частного сектора, то, конечно, идет переполнение. С этим мы тоже работаем. И вот
Также путем инвентаризации, которую мы делаем сейчас, мы опять-таки это поймем, какое количество контейнеров надо добавить, где их надо добавить, где нет договоров, мы будем заходить, это уже отдельная работа с частным сектором, отсюда мы перейдем в частный сектор и зайдем в каждый двор, и если нет договора на вывоз мусора, ну, будем говорить жителям о том, чтобы они такой договор заключали. Мы рассчитываем к началу сезона, к началу этого туристического сезона уже полностью навести порядок. Mm-hmm.